Доброе утро, друзья! Хочу показать вам видео свое о моих комнатных растениях, а в частности о адениумах. Об адениумах. Смотрите, вот такая красотень. Это ж у меня растут уже 4 года. Ну, пускай не цветут они сейчас. Пускай формирую их каудекса, пересаживаю. Вот сколько их много. Это ж было, я вам рассказывала, это было 100 семян из Алиэкспресса. Тут горят лампы. У них у каждого свой каудекс. Так, плохо видно, сейчас солнышко вышло. Вот такая после обрезки... Такой пенечек пустил, зеленый вон листик маленький. Вот за 2 недели он пустил маленький листик. Они все стояли на подоконнике, но сейчас там холодно, температура ночью нулевая. Я их забрала сюда на стеллаж снова. Это был, вот видите, как прищипнутый, обрезанный, но пошел вот так вот вверх. Это средние, высокие у меня на второй полочке сверху, сейчас покажу. Ребята, первая моя прививка. Это прививочка сам на сам. Вот сегодня раскрыла, когда увидела, что пошел здесь маленький сверху листик. Тогда я его раскрыла. Вот сзади стоит неудачный. Даже это не этот, это вот этот. Вот сзади неудачный получился. Видите, как я хотела боковые сделать у него разрезы. Ну и получились большие щели внизу. Ну, плохо видно. Вон, видите, как щель получилась. Этот с левой стороны. Было 2 тут череночка. Один сразу загнил. А второй, вон, еще зеленеет щупчиком. Но не знаю... На чем он там держится, пока не отвязываю его, не раскрываю. Этот я смотрю, тоже держу его пока в таком виде, не раскрываю. Веточку боковую тоже в него. Одна осталась, а боковую я привила. Здесь тоже еще один привитый. Вот этот был уже у меня обрезанный наверху, у него здесь были чубчики. 2 сверху, вот такие вот, а эту веточку я еще к нему прицепила. Так, спущусь ниже с лестницы. Ну, этот, который я ставила эксперименты, вот такой вот, 2 в одном горшочке. Ну, тоже они не соединились, я хотела их соединить, чтобы они были вместе, но они... Не соединились, вот так вот и растут вместе. Здесь у меня еще вот это, ребята, обрезки. Видите, обрезки тоже могут жить самостоятельно. Уже давно укоренились и растут. Но в обрезках же каудексов не бывает. Ну вот, видите, но живые, пусть себе растут. Здесь вот. Солнышке немножко с окна солнышко. Вот такие малявочки разные, всевозможные у меня. Большущие, ну вот я их обрезала, обрезала. Смотрите, растут. Ну, я рада, что это. Я же говорю, что пусть они мне не цветут, но лишь бы они были живые, и меня это устроит. Ну вот как они пускают после обрезки. Пошел кривой, конечно. Но пусть живой будет. Здесь у меня 2. Идет в этом горшочке, получилось 2 ветки разветвления. Вот так они ветвятся. Вот сейчас поднимусь выше, покажу вам здесь на второй полочке наверху. О, сейчас, ребята, здесь же нету паузы, приходится мне самой, ой, так на лестницу вылазить. Так, вот такие... У меня здесь на второй полке, на верхней полочке стоят жирафики. На средней полке они уже, конечно, не помещаются.
Горят фитолампы целый день, но у них здесь режим включенный. Он сами включается, отключаются. Один самый длинненький вот сзади стоит. Высокий, пока ничего с ним не делаю. Он мне и так нравится. Посмотрю, что будет. У него здесь снизу пошли росточки сбоку. Здесь у этого красавчика, я давно вам показывала, вот такой вот каудекс. Попочки с ножичка. Ножки налево, ножки направо. И двойной. Наверху у него вот такая рогаточка. Тоже вот. Видите, как каждый после прищипки растет по-своему. Они все-все очень интересные. Здесь вот такой вот. Толстенький. Внизу у него тоже веточки идут. Вот такой вот какой-то загогулинкой. Такие листики. Вот сколько у меня их разных. Мне очень нравится на них смотреть, наблюдать их. По-разному они, вот видите, как я смотрю. Вот разные. Там еще детки стоят, мои укореняются. Тепличка для фиалок. Так. Вот такое маленькое видео вам о своих аденюмах. Они разные, ребята. Каждого можно рассматривать отдельно. Вот. Как они. Толстенькие попочки в них. Ну, я их периодически пересаживаю. Вынимаю снизу. Выше подтягиваю. И вот этот мне очень нравится. Но он толстенький. Очень толстенький. Не долезу я туда. Далеко стоит. Сейчас попробую его сюда подтянуть. Угу. Получается. Вот. Вот такая толстенькая у него попочка. Ну, я боюсь сильно их вытаскивать оттуда. Внизу корни, как у всех, я отрезаю, формирую. Вот такие вот у меня чудеса на верхней полке. Вот сколько у меня этих малышей. Ну, еще не все я обрезала. Видите, жирафики есть еще. Ну, пробую, экспериментирую. А вдруг еще когда-то научусь и буду покупать еще сортовые и прививать. Ну, пока сам на сам простачки тренируюсь, пробую. О. Так. До свидания, ребята. Заходите, будут свисти. Я вам еще сниму еще одно видео.